предлагать идеи, представлять собственные проекты и реализовывать их в готовые продукты. Теперь ученики школы «Лидер» смогут прямо в стенах учреждения. Здесь открыли первую в Московской области точку кипения – пространство, где каждый сможет раскрыть свой потенциал. Проект, сделанный от души, все, что здесь происходит, происходит потому, что мы хотим, чтобы вам было комфортно в стенах этой школы. Все, что здесь происходит, в выходные, в ночи, все делается, ребят, для вас и делается от души. Конечно, безусловно, с гордостью хочу сказать, что точка кипения – сложный проект, но ему быть. На территории коворкинг-центра планируют проводить лекции и семинары, мастер-классы и конференции на самые разные темы. Участники наших мероприятий смогут действительно развиваться, смогут создавать сообщество, смогут участвовать вместе в различных конкурсах и предлагать и реализовывать свои инициативы вместе с нами. Конечно же, мы поддержим каждую инициативу и каждый проект. Школьное коворкинг-пространство «Точка кипения» ждет всех, кто хочет заявить о себе и своей идее. Для этого достаточно зайти на платформу проекта, выбрать в списке мест «Школу лидер» и подать заявку на участие. Андрей Липанов, Нина Липанова, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.